Более 40 тысяч жителей Карелии проголосовали за общественные пространства, которые будут благоустроены по проекту формирования комфортной городской среды. Голосование завершилось в ночь на понедельник, и сегодня определены победители. Это 14 территорий, набравшие наибольшее количество голосов. 7 из них в Петрозаводске. Итак, в карельской столице наибольшее число голосов набрал Куковский сквер. За него проголосовали больше 3500 человек. Также в числе победителей губернаторский сад, спортивный сквер, территории в районе дома 40 на Октябрьском проспекте, Березовая аллея, территория на улице Ключевой 14 и в районе улицы Труда у дома номер 7. В Сегеже большинство поддержало благоустройство сквера около 5-й школы на проспекте Бумажников, сквера у памятника воинам Карельского фронта и сквера перед гостиницей ВЫК. В Костомукше победили бульвар Лазарева и площадка на берегу озера Кантоки. В Кондопоге наибольшее число голосов набрали скверы пионеров и на проспекте Калинина. Все территории победители получат деньги федерального проекта формирования комфортной городской среды и будут благоустроены в 2022 году.